Наши будущие ординаторы, здравствуйте. Меня зовут Мария Анатольевна Кирюкова. Я врач-гастроэнтеролог, младший научный сотрудник отделения заболеваний поджелудочной железы и желчеводящих путей, председатель молодежного совета и бывший ординатор Московского клинического научного центра имени Логинова. 5 лет назад я, как и вы, выбирала место для продолжения учебы, продолжения последипломного образования и прохождения ординатуры. Нужно сказать, что об МКНЦ до лета поступления в ординатуру я не знала. Но как только удалось познакомиться с центром ближе, я поняла, что лучшее место для прохождения ординатуры здесь. Почему? Нужно отметить, что МКНЦ, хоть и существует официально только с 2013 года, является преемником Центрального НИИ гастроэнтерологии и городской клинической больницы номер 60, что в сумме дает больше 60 лет традиции передачи передового опыта. МКНЦ – это высокопотоковый центр третьего уровня с сильной госпитальной базой. Обучение в центре проводится по 12 специальностям, а руководители подразделений, на базе которых проходит учеба, являются лидерами мнений в своих областях, специалистами, известными не только в России, но и за рубежом, часть из которых начинала свой профессиональный путь в теперь Московском клиническом научном центре. С первого дня ординатуры обучение в МКНЦ неотрывно связано с клинической практикой. Помимо непосредственной работы с пациентами, в центре есть возможность со старшими коллегами вести научную деятельность. Также в центре работает английский клуб, который позволит вам продолжать совершенствовать и активно применять английский в медицине. Все это делает МКНЦ прекрасным местом для продолжения последипломного образования и прохождения ординатуры. Ждем вас в МКНЦ!